А 5 октября автопробег из Петербурга встретили в Мирном, конечной точке маршрута. В составе колонны приехали тягач «Скания», легковой автомобиль «Лада», автобус «Нефас». С прибытием на площадь Ленина закончился автопробег, который длился 25 дней. Здесь участников торжественно встретили представители акционерной компании «Алроса», Мирнинского района, Мирного, а также министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. Напомним, главная задача автопробега – доказать, что путешествовать на машине с газовым двигателем не только комфортно, но и выгодно. За время своего маршрута участники автопробега успели побывать в более чем в 20 регионах России и 35 городах. Путь был, да, долгий, очень жесткий тайминг у нас был. Мы буквально приезжали в каждый город в 10-11 часов вечера. С утра встречались с администрациями, с предприятиями городов, областей, краев. Именно общались по поводу популяризации и сегодняшних действий, предпринимаемых тем или иным регионом.